Добро пожаловать! Вы на канале «Четвертое измерение». В сегодняшнем ролике поговорим про легендарные модели от Tag Heuer. Коллекция «Формула-1» связана с долгой историей сотрудничества бренда с миром гонок. Партнерство с такими легендарными гонщиками, как Хуан Мануэль Фанхио и Айртон Сенна, породило часы с множеством опций, которые подойдут под любой образ жизни и выдающимся дизайном. Знаковым элементом модели являются метки на безеле, выполненные в гоночной стилистике. Цветная эмблема подчеркивает уникальность коллекции и тесную связь с Формулой-1. Высокоточный кварцевый механизм с функцией хронографа имеет водозащиту 20 атмосфер, пригодную для плавания и погружения на глубину. Три счетчика хронографа постоянного действия отслеживают секунды, часы, минуты и 0,1 доли секунды. Нетахиметрическая шкала на безеле позволяет измерять расстояние и скорость. Корпус диаметром 43 мм из матовой стали оснащен плоским сапфировым стеклом, надежно защищающим часы от любых царапин. Кнопки в положении 2 и 4 часа, а также завинчивающаяся заводная головка имеют черное PVD-покрытие. Благодаря технологии Easy Grip часами удобно пользоваться даже в перчатках. Ремешок из прочного высокотехнологичного каучука замыкается шпильковой застежкой из матовой стали с гравировкой. Вдохновленная миром скоростного спорта, модель создана для выносливых, отважных и уверенных мужчин. Элегантная и многофункциональная, она будет эффектно выглядеть в любой ситуации. Спасибо за просмотр. Делитесь впечатлениями от мужских часов Tag Heuer в комментариях. Ссылку на них вы найдете в описании.